Предлагаю сделать одну такую маленькую штучку, вот буквально там. Это не больно, это не страшно. Давайте сядем ровно сейчас. Пожалуйста, все, тут мне мало времени. Давайте, сели все ровно. Закрыли глаза, я тоже закрываю глаза. Посмотрели вовнутрь себя. Нашли в себе силы сделать эту игру очень красивой, классной, офигительной. Чтобы не было фолов, давайте сыграем действительно хорошо, можно открыть глаза. Вот, и да излетит скверно из этого города. И пусть мафия будет всегда промахивается. И пусть красные победят. Аминь. Спасибо. Спасибо. Зефирка Маша Медведева. Доброе утро. Я снова был красный. Ничего сказать по первому выступлению. Спасибо, госпожа Зефирка, госпожа адвокат, ваша минута. Доброе утро. После таких напутствий, я мирный игрок, и поэтому после таких напутствий, я думаю, мирные жители обязательно должны победить мафию. Поэтому всем удачи, духа вашего. Спасибо. Спасибо, госпожа адвокат, ваш выход от Ну, было так интересно, но это была самая крутая, самая красная, самая четкая. Ну, потому что так не может по-другому быть. Ну, я верю, что фудово, это уже, это, ну, мне очень понравилось. 2-3, ну, как всегда, ну, пока вот это, почему-то мы такие вот спокойные. Ну, тебя я знаю давным-давно, еще до всей этой игры, вот ты такая спокойная, но вот вообще буду слушать остальных, мне интересно, 5-6, поиграть. Все остальные тоже интересно, будем смотреть, спасибо. Спасибо, господин Сан, и ваш мужик, госпожа Шестенко. Ой, я не знаю, речь, безусловно, была феерична, и вот она моща такая, прям моща. Ну, красной, прям вот красной, я бы ее не назвала. Я бы ей не присваивала никакой цвет, потому что, ну, она была какая-то прям на танке вперед. Ну, короче, я вот не знаю, что вы взяли, что она прям красная. Но двоечка волнуется, как мне кажется, заедает бешено свою черную карту, свой стресс. Я бы присмотрела, двоечки, шериф, посмотрите, ну, как бы, окей, проверьте, но, ну, я не хочу там тратить, ну, проверку, но я бы ее проверила, была бы я шериф, я бы ее проверила. Троечка, ок, злая собака, кот, все окей, уже дома, ну там больше верю. А вот, ну как-то, ну я не поверю, прям что, вот прям красно, вы прям очень поверили первому. Возможно, потому что вам надо к кому-то присоединить. Я сейчас, ну, к сильному игроку, к такому мощному, ну, первый он ведет наш этот пароход, самолет, не знаю. Короче, итого, я играю. Троечка, я не играю с вами. Госпожа Вишня ваша. Доброе утро, город. Мне понравилась твоя речь, я хочу с тобой играть. А вот твоя сценка немножечко что-то не так. Я тоже не верю, что там красота. Я наоборот, пока ночь была, думала о том, это будет динамика или не будет. И буду смотреть за жестами этого отца Фейкова.
Вот. Двоечка, если бы она была мафия, я думаю, она бы наоборот не ела. Да-да-да. Я попрошу комиссара проверить это. Вот мы с вами его проверили, и потом будем играть, и все будет замечательно. Остальных послушаю. Спасибо, госпожа Вишня, ваша рука, госпожа Вишня. Всем добрый день. Ну, перший игрок сказав на річках, то я є. Возможно, как ФІФА, то для мене действительно чуть-чуть там особо хороша річ була. Ну, опять же, девочки, вопрос к вам. Чего к вам, да, до тебе именно вопрос, потому что речь номер двоечки, но я так предполагаю, что, наверное, ты не могла ее услышать, потому что мы как раз, ну, я вам говорила, что я как раз. Я просто, я речь номер двоечки пропустила. Номер троечка, ну, я скажу, для меня как обычно, то есть, ну, хотя я не помню, бачите, я не понимаю. А номер четверочка для меня вот любимый, что-то своего не знаю. То есть я не скажу, что, ну, что прям не говорит там речь, потому что, ну, вот любимый, как ты там? По вам я уже сказала, четверочка, шестерочка, ну, красный бы, да? Я красный. Красный я начала. Дальше тоже. Спасибо, госпожа Лучик, ваш лица, госпожа Королева. Всем доброе утро. Ну, вообще, я сейчас смотрю, для меня все красные, ну, потому что я тоже красная, и для меня все красные. Ну, я бы даже бы никогда не додумалась так начать, как начали вы вообще. То есть, ну, конечно, первому игроку всегда тяжело, но вы как-то попадаете по подозрению. Вроде бы я такой красный, и одновременно я хочу вам верить, я хочу с вами играть, но мне, ну, как бы, мне нравится ваш спич. Девочки, еще не понимаю вас, ну, вы, наверное, тоже начинаете. Вот вишня, ну не знаю, она вам показывает, ну опять же говорили, не показывать никакие жесты, вы показываете нимбы, то есть я не буду сомневаться. Вот, но я бы хотела, чтобы проверили, вот, ну, вишню проверили, ну а вообще как бы, спасибо. Спасибо, госпожа Карамелька, ваш мистер, господин Шалы. Интересная речь восьмого игрока, такая сбивчивая, непонятная. Что речи все красные, как может быть все красные, как это может быть, столько игроков поговорили. Первое, ну, допустим, красные, ну а тогда почему, хотя первая речь надо что-то столкнуть, в принципе, да. А, понравилась пока речь третьего, ну, посмотрим, будем присматриваться. Речь второй я не понял вообще. Четвертый пока для меня, ну, такой сероватый. Пятая серая, шестая для меня однозначно серая. Что-то там навязывают, пытаются, много жестикуляций. Что это за вообще за жесты постоянные там бугу? Да, седьмая, тоже ни о чем поговорила. 10 секунд. Никакой анализа. Восьмая сбилась, я хочу десятую послушать. Я красный игрок, не комиссар, но просто правильно. Все, спасибо. Спасибо, господин Шалин. Ваше место, господин Шалин. Я вообще речам религиозным очень чуть-чуть верю, потому что с помощью их очень можно легко убедить. Особенно если говорить, что каждый здесь честный и правильный игрок, и мы должны уничтожить эту мафию. Вы согласны? Согласны все? Да. Отлично. Супер. Тогда давайте. Тогда давайте мы искореним эту мафию, и ее не будет здесь. Все согласны? Аминь. Но вот этому я обычно не очень верю, поэтому... Подозрение первому игроку, второму верю. А насчет остальных сильно не уверена. Вот всех прямо. Вот Не знаю. Вот что-то... Проверил бы, да. Да, проверить. 3 секунды. Спасибо. Время, господа Шарли. Всем спасибо. И давайте уходим в сон. Прекрасная игра, прекрасная ночь. Посмотрим, что случится этой ночью. Город спит. Мафия выходит на охоту, чтобы вычислить игрока под номером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Просыпается дом Матвич, комиссара.
какая-то комиссар, еще к мафии.